Дагестанцы примут участие в Кавказских играх. 11-й фестиваль культуры и спорта народов Северного Кавказа в этом году пройдет в Черкесске. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского министерства спорта. 7 команд региона поспорят за медали в столице Карачаево-Черкесии с 16 по 18 октября. Напомним, в программе фестиваля 12 национальных и традиционных видов спорта.